10-й международный кинофестиваль «От всей души» завершил свою работу. За 5 конкурсных дней прошло более 80 кинопоказов, мастер-классов и встреч. В качестве участников в Ульянов съехалось 50 кинодеятелей. На прощание участники кинофестиваля оставили теплые слова и пожелания в книге отзывов. Многие выразили слова благодарности организаторам. Я посмотрел ряд фильмов, которые заявлены в конкурсе, да? Думаю, боже мой, как я многое не вижу, как я вот с этой скоротечной жизнью, суматошной в Москве, не видишь хорошие фильмы, которые, оказывается, снимают. И это спасибо фестивалю, что есть возможность посмотреть такие фильмы хотя бы на фестивале. В целом и в общем можно сказать одним словом. Замечательно, что такой фестиваль существует и много, и мало. Мало потому, что дефицит огромный семейного жанра и фильмов для детей. Это просто преступление перед обществом, что кинематографисты очень мало делают фильмов. И ваш фестиваль – благороднейшее дело. Под небом голубым есть город Золотой, с прозрачными воротами и яркой звездой. Этот город – это Ульяновск. Ульяновск. Ульяновск или Ульяновск? Ульяновск. Ну это я здесь нашел столько эмоций, столько хороших людей, наконец-то любовь к этому месту. Поэтому... О, я буду скучать. Только сегодня уезжаю уже, но я, конечно, вернусь. На церемонии закрытия были названы победители в 10 номинациях. В награждении принял участие губернатор Сергей Морозов, под чьим патронатом проходили все 10 фестивалей. Я очень люблю этот замечательный кинофестиваль, потому что он, с одной стороны, дает возможность и самому немного отдохнуть, и увидеть... То, чем мы все гордимся, мы видим очень часто здесь, и на этой сцене, и на сцене других киноконцертных центров настоящей гордости Российской Федерации, замечательных артистов, актеров, людей, которыми, режиссеров, людей, которыми мы действительно гордимся, которых мы очень часто видим на экранах телевизора. Здесь можно поочию их увидеть, даже подойти к ним, подержаться за них, дотронуться до них и удивиться, живые. Лучшим полнометражным фильмом для семейного просмотра авторитетное жюри признало фильм «Бегство рогатых викингов» режиссера Ильи Белостоцкого. Честно говоря, я реально в шоке. Дело в том, что это мой первый полный метр, и это первая награда, которую этот фильм получает. То есть все первое. И очень символично, что все это происходит на ульяновской земле, потому что Валентина Михайловна Леонтьева, тетя Валя, она была, как бы это сказать, ну, можно сказать, спутником моей детской жизни. Вот. И, возможно, именно поэтому так все произошло. Приз за лучшую мужскую роль получил польский актер Матеуш Доменский, а лучшей актрисой стала Виктория Носова. Специальный приз жюри за продвижение лучших традиций семейной кинематографической династии получила семья Грамматиковых, режиссер Егор Грамматиков, его супруга актриса Анна Козючиц и их сын Даниил. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.